Добрый вечер, дорогие слушатели джаза. Мы очень рады, что вы пришли сегодня к нам на концерт. Не зря мы ехали, летели 8 часов. Сегодня мы будем играть для вас нашу музыку, показывать и делиться с вами нашим представлением об этой огромной культуре под названием джаз. Thank you.
композиция называлась «Солнечный ветер».
Спасибо большое. Сейчас время баллады. И наша баллада называется «Письма в прошлое». У каждого из нас оно свое, интересное, глубокое. Но туда можно попасть именно сейчас, на эти две минутки. Thank you.
Я думаю, каждый из вас оказался где-то у себя в интересном прошлом. Артём, ты все еще там? Сейчас? Да? Вы знаете, мы очень часто ездим по миру, и нам говорят: ну, конечно, вот, ну, все играют джаз, ну, вот, играют все джаз, но у вас есть что-то русское, у вас есть что-то свое. И также мы ездим по России, и, конечно же, всем хочется услышать что-то на русском языке. Это ближе. Сейчас мы сыграем старинный русский романс на стихи Пушкина Александра Сергеевича. Музыка Цезаря Кюи, Царскосельская статуя. Черед.
вечно печальна. Спасибо большое. Ну вот что делает с нами русский язык. Сейчас мы продолжим с композиции, которая называется «Нарисуй меня», в которой также мы вплели именно наши исконно русские какие-то мотивы и слова. «Нарисуй меня». Луна, сильно.
Реки.
соло на контрабасе, финалист конкурса «Большой джаз» Макар Новиков. Вот, все смотрели, видимо. Хорошо. Спасибо. В этом году мы празднуем юбилей, грандиозный юбилей, 80 лет величайшему человеку Бену Шортеру, с кем мне посчастливилось поиграть также в этом году на празднование International Jazz Day в Стамбуле, Интернационального Всемирного Дня Джаза в Стамбуле. Вот. Воспоминания потрясающие, и воодушевление тоже до сих пор присутствует во мне, так как это необычайно, какой-то просто вот именно волшебный человек. Мы сейчас сыграем джазовый стандарт, который называется Black Nile, Черный Нил. Thank you.
Для вас еще сыграем композицию, которая называется «Damn the Rice». Это джазовый стандарт, очень известный. Его пела Билли Холлидей, великая Билли Холлидей. I fell in love with you the first time I looked into them their eyes, and you have a certain
out that something weird than the eyes. You better look at Lindra nice. If you wise, they sparkle, they bubble, they gonna get you in a whole lot of trouble. When you started something with them their eyes, you better look at little eyes. If you wise, sparkle, bubble, they're gonna get in all of the trouble. Ah, baby, them their eyes. Макар Новиков, запомните эти имена. Спасибо вам, спасибо. Алевтина Полякова.